Кроме профессиональных хоккейных команд, в Копейске есть много тех, кто играет для души. Именно для таких людей 2 года назад в поселке Горняк была создана команда хоккеистов-любителей. Команду мы создавали в течение 2 лет. Но так получилось, что участвовали в этом все. Ну, много у меня было помощников, в том числе вот и капитан команды. Приглашали своих знакомых, тот знакомый, другого знакомого. Ну, вот так ребята собрались, и получился такой сплоченный боевой коллектив, который был способен решать задачи. Если учесть, что из 17 матчей мы проиграли всего 2, значит, мы кое-что смогли сделать. Игровой сезон этого года команда «Горняк» завершила победой. Хоккеисты заняли 1-е место в Челябинской хоккейной лиге дворовых команд. Соперники были серьезные. В группе у нас были такие команды, как «Урал» из Челябинска, «Потанина», «Строитель», «Едкуль», «Сокол» из поселка Баландина, «Лазурный», «Канашово» из поселка Канаши. К лиге дворовых команд хоккеисты-любители готовились ответственно. Тренировались каждый день с утра до позднего вечера. Победить молодым людям помогло упорство и, конечно, командная работа. В том году у нас были 2 игрока. Это Киреев Павел, он закончил школу, «Сигнал». И Семчук Максим, ну, он заканчивал школу как вратарь. Поэтому, ну, как бы играет хорошо. А наши игроки, которые непосредственно с поселка, на любительском классе, ну, то, что могут, то показывают. И в этом году, как бы, у нас чуть-чуть команда усилилась. Добавились нам 2 защитника. Грязных Андрей, Майданов Станислав. А во второй части группового этапа к нам добавился Акимов Станислав. Большой вклад в победу внесли и болельщики. С каждым годом у хоккеистов-любителей фанатов становится все больше. Большое спасибо болельщикам. Вот на игру вот просто было, ну, человек по 50 приезжало, причем не здесь, а на выезде, там, в Полетаево, в Аргаише, там, очень большое количество болельщиков команды «Горняк», за что им большое спасибо, поддерживают. Игровой сезон закончился успешно. В этом году задача хоккейного клуба была привлечь больше игроков. «Горняк» с задачей справился. На стадионе этой зимой занималось 4 команды. 2 взрослых и 2 детских.